Эта история – одна из самых шокирующих во всем Новом Завете. Двое христиан, муж и жена, решили продать землю, а деньги пожертвовать на нужды общины. При этом часть денег они решили утаить. Когда же Анания пришел к Петру, тот сказал ему: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею, не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и его похоронили. Спустя 3 часа пришла жена, которая не знала о случившемся. Петр спросил ее о цене земли, и она тоже назвала ложную цену. Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Тут и она упала и испустила дух. Грех Анании и Сапфиры заключался не в том, что они решили пожертвовать неполную сумму вырученных денег, а в том, что они по взаимному сговору пытались обмануть церковную общину. Сознательная ложь однозначно воспринималась как предательство по отношению к правде Божией, переход на сторону врага. Этим обусловлена строгость наказания, примененного по отношению к Анании и Сапфире. Результатом описанного события стало то, что великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.